Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Поистине! Вот вновь и вновь мы с вами встречаем благодатный огонь и раздаем его от гроба Господня по всей земли нашей белорусской. Их сегодня Гомельщина ликует, встречает этот благодатный огонь. Еще одно из доказательств чуда и чудес, которое свидетельствует о воскресении Христовом. Уже этот год будет мирным, благополучным, чтобы все мы в добром здравии, в семьях своих, в радости прожили его и дождались следующей Пасхи и схождения благодатного огня. С праздником Святой Пасхи всех! Христос воскресе! Подходим, подходим.